В городе Фуджоу, провинции Цзянси, проходит международный месяц театральных обменов имени Тан Сяньцзу, выдающегося драматурга времен династии Мин. Куньшаньская и пекинская опера, драматические и танцевальные постановки. Зрителям представили все разнообразие театральных жанров, от классики до современности. Краски, мелодии и удивительные истории вдыхают новую жизнь в китайскую культуру. Я увидела невероятное сочетание актерской игры и музыки. В последние годы в Фуджоу активно развивают театральное искусство. Здесь воспитывают новое поколение оперных талантов. Для этого запустили специальные программы обучения. Богатое культурное наследие города используют в том числе и для привлечения туристов.